Татьяна Овчинникова, фантазер. Погулять решили нам. Согласился я весло. Прогулял вчера уроки. Только наш учитель строгий, записал в него в итоге. Плохо, Дмитрий Иванов. Я ему, а вы видали, как по улицам гуляли африканские слоны? В модных шляпах и сандалях, ни в ЮАР, ни в Сенегале, а вдоль берега Десны. Я уроки приготовил, но такой парад слоновий пропустить да никогда. Совесть? Есть, конечно, совесть. Только разве я виновен? Все слоны, от них беда. Где они? Ушли, и нет их. Увезли слонов обедать. Может, даже в Уругвай? А учитель в эту среду? Я к тебе домой приеду. Маме с папой передай. Не успел моргнуть я глазом, как подъехали КамАЗы. В них десятка два слонов. Чудеса! Услышал фразу. Зря тебе не верил сразу. Пять за правду Иванов.